какой у нее номер? Какой у нее номер на спине было написано? Куда ты смотрел? Говори номер. Какой у нее номер на спине было написано? Татьяна, я ради тебя. Татьяна. Все, Татьяна. Все. Татьяна. Татьяна, все. Др. Татьяна. Мне за эту разработку такую премию дадут. О, я уверен, мы с самой основой поедем в отпуск куда-нибудь далеко. Наконец-то мы с ней вместе так проведем. Что, не лежит он у тебя? Аристократка хренова, убери, пусть лежит, расслабь пальцы! Не обязательно. Нихуя себе. Жук, что ли, майский пролетел. Это все. Это все потом изач. Расскажите мне о себе. Хотите знать мою квалификацию? Одна твоя, одна моя. Две твои, две мои. Три твои, три мои. Все пополам? Все правильно? Все в порядке? Доволен? Очень доволен. Без обмана? Абсолютно. Если не доверяешь, вот калькулятор. Можешь пересчитать. Нет, нет, все замечательно. Все, мы его вынимаем. Он должен, естественно, немножечко остыть. Иван, что такое тектоник? Тектоник – это жизнь. Я следующий, пожалуйста. Итак. В моей вселенной ты был господин. И никого вдруг, только ты один. Но оказалось, что ты незаменим. Я открываю мир чужих мужчин. Мало половин, мало-мало половин. Мало половин. Я открываю мир чужих мужчин. Спасибо. Так. Не, подожди. Мало половин. Подождите. Ничего. Нормально. Так. You'll never have an ex-wife because no one will fucking marry you ever. Yeah, motherfucker. Boston to propose to Jason's mom so I can become his stepdad. Oh my fucking god. Will you marry me? You
out of your mind? I want to be Jason's stepdad. Oh, that would be hysterical. That's why I'm here. You may kiss the bride. Okay, let's go. Hello, motherfucker. What are you up to? I married your mom. You didn't. I proposed to her in Boston. I'm your new stepfather. Congratulations, welcome to the family. My son. You've grown up so much. Because of COVID, my girlfriend does not have anyone to spend Christmas with this year. She is originally from Taiwan and moved here to the US all by herself 3 years ago for work. So I decided to drive over to her house in the middle of the night and use the spare key to get inside. I sneaked over to the dining room and I took her dining room chairs for my family's Christmas party. It's not like she will be using them anyways. Как китайцы, мне есть один вопрос, сильно мучит. Насчет русский язык. Хуй и пизда, это понятно. А почему охуенно круче, чем пиздата? А хуёво не так ужасно, чем пиздец. То есть пиздец хуже, чем хуёво. Почему? Если кто-то можно ответить, пожалуйста, ответить в комментарии. Спасибо! Гектор! Ахиллес! Да! Пошел нахуй!